Проповедник второго пункта третьей статьи Конституции Лариса Бозина по-своему интерпретирует главный документ. По ее мнению, 40% от доли бюджета страны буквально причитается каждому отдельно взятому гражданину. В подсчетах женщины Робин Гуда эта сумма может составлять 30 миллионов рублей. У Бозиной уже появились сотни последователей, не платящих коммуналку, кредиты, долги, ипотеки, а жаждущих от президента Медведева ответ на письмо с требованием выплатить причитающиеся деньги. Подобные письма поборница социальной справедливости настоятельно рекомендует заверять гербовой печатью, которую можно купить у нее же, всего за 350 рублей. Вопрос. Почему, по вашему мнению, Конституция – это инструмент материализации явления души? Мне легко ответить на этот вопрос, потому что я нашла в Конституции Российской Федерации все инструменты, которые позволяют на сегодняшний день моим духовным и душевным потребностям быть абсолютно явленными и реализованными. Госпожа Бозина родом из Тольятти, где давно известна своей тягой к авантюрам. В прошлом она несколько раз баллотировалась в мэры Автограда. Там же она начала свое шествие по стране. Сейчас ее лекции проводятся по всей России. Цена билета варьируется от 100 рублей до 7,5 тысяч, если речь идет об индивидуальной встрече. За незаконное использование государственной символики уже оштрафованы десятки людей, которые по своей наивности хотели стать миллионерами.